неделю предложил жить вместе, сказал, что хочет создать со мной семью. Я была счастлива и сразу согласилась. А потом мы узнали, что я беременна, и для нас уже началась история нашей семьи. ВКонтакте можно хором. ВКонтакте. Я отправил заявку в друзья. Я искал, ну, для расширения клиентской базы. Кидал заявки в друзья всем. Всем подряд. Еще сопутствующие сообщения отправлял, но Илина что-то не отправила. Илине не досталось. Поэтому Илина думала, что же надо ему вообще от меня. Да, и первая ее фраза была, меня вообще просто убила. Ты бизнесмен? Первое время вообще это было классно. То есть вот, ну, все же девушки считают, что подготовка к свадьбе — это так здорово. И это было интересно, мне было интересно в интернете что-то искать, какие-то идеи, платья и так далее. Ну, по сути дела, я костюм купил за 5 дней до свадьбы, а на платье купила за 2 дня. Да, основная подготовка у нас заняла, наверное, 2 недели. Но было здорово. Мне кажется, что все невесты, они очень красивые. И вот это само платье, какое-то уже, ну вот оденешь его, даже если нет прически и чего-то, уже, о, красиво, это кого. Но как бы я знала, что это не те платья, которые должны быть на мне. Договаривались встретиться в Вирджинии, собственно, как у нас было первое свидание. Регистрации брака приглашается жених Салимов Рашид Рамильевич вместе со своими гостями. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые родители, присаживайтесь на первый ряд. Свидетели, пожалуйста, присаживайтесь. Гости все. Я вообще не видела гостей. Я смотрела на Рашида. У меня уже руки тряслись, мышцы лицевые уже трясутся. Сегодня вам выпала честь быть приглашенными и стать свидетелями великого таинства рождения новой семьи.
торжественной регистрации брака приглашается невеста Шаяхметова Эрина Тахирзяновна. Сердцем трепетным в руки твои отдаю для того, чтобы вы стали семьей. Это действо сейчас, этот радостный миг по-отцовски благословляю, чтобы крепкий союз между вами возник. Ваши руки навечно скрепляю. Присаживайтесь. Сегодня в столице Удмуртии, городе Ижевске, одно из самых знаменательных событий – рождение новой молодой семьи. Управление ЗАГС, администрации города Ижевска приветствует желанных гостей. Смотрю в глаза, дыхание затаив, в них яркий свет, сияющий небесный. О, как тебе идет, любовь моя, наряд обворожительно невестный. И этот свежий утренний букет в твоих руках особенно прекрасен. И облика милее в свете нет, и мир вокруг безоблачен и ясен. Сегодня, 14 февраля 2014 года, регистрируется брак Саримова Рашида Рамильевича Шаяхметовой Ирины Тахирзяновны. Уважаемые Ирина Тахирзяновна и Рашид Рамильевич, мы приветствуем ваше решение и искреннее желание стать супругами. Самый удивительный дар природы – прекрасное чувство любви. И мы твердо уверены, что только любовь благословляет ваше решение соединить свои судьбы. А сейчас я прошу вас, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза, мысленно повторять слова клятвы. О, мудрая загадка всех веков, неспослана, наверное, нам с небес. Земная, бесконечная любовь, прекраснейшее чудо из чудес. Я обещаю бережно хранить тот дар, что нам, возможно, свыше дан. Клянусь, как в первый день тебя любить и никому на свете не отдам. Мне счастье выпало тебя найти. Но если б не случилось это вдруг, я 100 дорог сумел бы обойти, чтоб ласку ощутить любимых рук. Дорогой жизни вместе мы теперь пойдем любимыми рука в руке. Для нас открылась щедро счастье дверь, да будет мир на нашем островке. А сейчас я прошу вас подтвердить слова клятвы старинным обычаем. Во все времена он символизировал крепость и нерушимость семейных уз. Прошу вас обручиться кольцами. Я должна спросить вас, Ирина Тахирзяновна, является ли ваше решение стать супругами взаимным и добровольным? Вас, Рашид Рамильевич? Да. Прошу вас скрепить подписью ваш семейный союз в актовой записи о заключении брака. Thank you.
кодексом Российской Федерации сегодня, 14 февраля 2014 года, в городе Ижевске. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас. Разрешите вручить вам ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Уважаемые молодые супруги, вспомните то недавнее время, когда вас, совсем еще маленьких, всюду сопровождали и опекали самые дорогие, самые близкие вашему сердцу люди, ваши родители. Они бережно вели вас по жизни, уча доброму и светлому. Мы оды светлые воспоем, ту колыбель, что нас качала, любимый, милый, отчий дом. Где все берет свое начало, наш первый лепет, первый шаг. Узнали вы, мои родные, благословенен тот очаг, где мама сказано впервые. И в этот день, да будет он к добру и радости посылом, родителям земной поклон, свершенный дочерью и сыном. И будьте счастливы своими детьми. Поздравляйте их, пожалуйста. Принимайте пополнение в свою родню, друзья, подруги. Желайте счастья молодоженам. Все, пожалуйста, подходите, поздравляйте. Как-то быстро все прошло. Я даже не успела вот прочувствовать, мне кажется, то, что вот происходило в ЗАГСе. Слова вот этой женщины, которая регистрирует брак, я вообще не помню и, мне кажется, не слышала. Не знаю, о чем думала. А, я думала о том, чтобы не заплакать. Незнакомые люди меня целуют, поздравляют, я даже не знаю, кто это. Хоть имя мое знали еще. Вот. И, ну, вот это уже какой-то, не знаю, вздох облегчения. Что все. Пусть она подарит вам радость. Отныне для каждого из вас новый день будет начинаться с любимого человека. Всего доброго вам. Будьте счастливы. И с днем всех влюбленных вас. Дорогу молодым, уважаемые гости, за молодоженными следами родителей, свидетелями вас, веселыми вами и добрыми друзьями. На банкете, кстати, доехали все уже друзья, которых мы хотели видеть и на регистрации, и как-то уже, вот на самом деле, когда я сама приходила на свадьбу, мне так было радостно вот за друзей, допустим, за тех, кто женится, и вот вчера вот это я чувствовала, такие глаза, не знаю, полные
любви, тепла и так далее. И вот, вот эта вот поддержка, особенно вот эта вот дорожка, да, не знаю, тоннель, который они сделали. Радуга. Да, радугу вот эту вот мы через них прошли. И, не знаю, мне прямо хотелось по дороге всех переобнимать, всех перецеловать. Да, но целовались мы в этот день, конечно, много со всеми гостями. Элина и Инна Сын! Дорогие вам люди, которые сегодня с удовольствием разделят с вами торжество этого момента. Вы знаете, вот сколько времени прошло, а у человека до сих пор один палец безымянный. У всех есть свои имена, большой, указательный, средний, мизинец, а один без имени. И именно на него надевается обручальное кольцо, а значит, теперь он будет носить имя супруги и имя супруга. Рашид, добро пожаловать в братство кольца. Ну да ладно. Итак, Рашид пока об этом не знает, мы решили за него, но он обещал Элине подарить сказку. И специально для того, чтобы вы могли пройти в свою сказку, сказку для двоих, сказку для двух любящих сердец, ваши гости построили для вас вот такую вот очаровательную радугу. И сейчас под этой радугой вам нужно будет пройти под бурные аплодисменты гостей. Вы знаете, вот как в сказках бывает, я там пил, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало, вот она свадьба, да, классно все. Сказка после свадьбы заканчивается сразу же. Так пусть ваша сказка начинается именно с сегодняшнего дня. Уважаемые дамы и господа, встречайте наших молодых! Подходите вот сюда, вот, к этой очаровательной пирамиде из шампанского, и вставайте во главе стола. Ну а вы, уважаемые гости, заходите в зал, и давайте образуем вот здесь небольшой полукруг. Давай. Скорее, заходите. Рашид и Элина отличаются своим гостеприимством. Они с удовольствием будут ждать вас у себя в гостях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это без сомнений. Ну и сейчас для того, чтобы... В 3 часа ночи, конечно. И специально для того, чтобы показать свое гостеприимство, они хотят открыть вечер наполнением вот такой вот очаровательной пирамиды шампанским. Ведь ничего не может быть праздничнее, чем брызги этого игристого, золотистого напитка. В связи с этим, Рашид, нужно взять в руки бутылочку вина. Ну и Элина, обхвати его руку для того, чтобы управлять его по жизни. И сейчас наши новобрачные наполнят эту пирамиду под ваши бурные аплодисменты! Новобрачные, возьмите, пожалуйста, по бокалу вина в руки. Желательно брать снизу, тогда будет веселее. Шучу? Конечно. Хорошо, вручи бокал Элине. Давай. Этот поставь просто. И возьми бокал себе. А
сейчас и вы, уважаемые гости, также, пожалуйста, подойдите. Возьмите каждый по бокалу шампанского. Щелкнитесь с нашими новобрачными, обнимите их, поцелуйте. Скажите какие-то ваши пожелания, наставления в этот чудесный день. И внимание, ни в коем случае не глотайте сухой лед. Когда человек подошел к Богу и попросил: «Господи, слепи мне из этого кусочка счастья». На что Бог ответил: «Это твое счастье, слепи его самостоятельно». И отдал кусочек глины человеку. И сегодня Рашид и Ирина соединяют два своих кусочка и с этого дня лепят большое счастье. И пускай оно пройдет обжиг горячей любовью и ни в коем случае никогда не размокнет от холода чувств и не даст трещину от каких-то внешних ненастий. С днем свадьбы вас! Будьте счастливы! Давайте, друзья, поднимем бокал за эту очаровательную пару, за Рашида и Ирину, за новобрачных! Нам, родителям, надо, чтобы вы были счастливы. А вам, детям, надо, чтобы родители были счастливы от того, что вы счастливы. Вот. Дай Бог вам счастья и любви. Вот. А остальное, да, и ребятишек, конечно, побольше. Лапочку дочку, два сыночка как минимум. Вот. Ну а там как бы удаст. Вот. Горько. Я присоединяюсь к папе. Мне надо всегда присоединяться к папе, к его словам. Но только скажу, берегите себя и живите не как все, живите лучше всех. И мы будем очень радоваться за вас. Я вас очень люблю. Мы с папой вас очень любим. Дорогие мои, Элина и Рашид, поздравляю вас с законным браком. Желаю вам крепкой семьи, здоровья крепкого, счастья. Пожалуйста, уступайте друг другу, чтобы не ссорились никогда, жили долго и счастливо. Целую, люблю, обнимаю. Уважаемые дамы и господа, все вместе присоединяемся к этому чудесному поздравлению от родителей наших новобрачных. Сейчас мы закрепим союз, который символизирует объединение двух индивидуальностей, двух сосудов с песком. Один сосуд, который находится в руках у Рашида. Этот, да? Хорошо. Символизирует Рашида самого и все то, кем он был, кем он является сейчас и кем он станет в будущем. Второй сосуд, который находится у Элины в руках, символизирует Элину. А именно, все, кем она была и кем станет в будущем. Я
так же, как пески из двух разных сосудов объединяются в одном, новобрачные перестают существовать по отдельности, превращаясь в единое целое. Подобно тому, как эти отдельные песчинки не смогут разделиться и снова вернуться в свои сосуды, так пусть любовь и связь между нашими новобрачными будут нерушимы. Это первая семейная реликвия Рашида и Элины. Вы поставите ее на полочку и потом будете показывать вашим детям и говорить, что мы одно целое. Ваши аплодисменты! Ну и, конечно же, не забывайте самое главное слово сегодняшнего вечера из шести букв. Какое? Дорогие Элиночка и Рашид, от всей души поздравляем вас. Мы вот все четвером с заключением законного брака вашего. Хочется, чтобы ваш союз продлился навечно. Сегодня родилась ваша новая семья. Желаем вам всех, всем, и вам. Взаимопонимание. Чтобы поддержка была друг от дружки каждую минуту, каждый час. Чтобы Рашид бежал домой, сломя голову, бегом-бегом быстрее к Элиночке, зная, что Элиночка приготовила ему там вкусный супик, вкусные оладушки испекла. Вот. Элина, ты тоже в любую минуту, чтобы была поддержкой Рашиду, чтобы он всегда мог рассчитывать на тебя. Рашид, уважай свою жену всегда. Поддерживай всегда, люби всегда, будь всегда рядом. Счастья вам, любви, согласия, мира в семье. Всего самого доброго, теплого, хорошего, прекрасного, чтобы у вас все-все было, все, что вы хотите. Элиночка, Рашид, мы поздравляем вас. Вы знаете, как мы вас любим. Мы всегда рады видеть вас у нас в гостях. Приезжайте как можно чаще. Поздравляем вас, желаем всего-всего самого наилучшего. Чтобы вы были прекрасными родителями, чтобы дети гордились вами, а вы гордились бы своими детьми. Мы поздравляем, будьте счастливы. Поздравляю вас, Рашид, Елена тоже. Вот. Жалко, конечно, что раньше не получилось познакомиться. Но вот я прочитаю стих, ладно, сперва. «Вы стали женою и мужем, вы стали одною судьбой. Живите веселой, дружной и самой счастливой семьей. Сияйте улыбкой друг другу, поддержку дарите во всем. Пусть будет теплом и уютом, и радостью полон ваш дом. Ну и будьте хорошими родителями, понимайте друг друга и прощайте друг друга». Потому что терпение больше всего надо в жизни. И вот тетя Таня тоже вас поздравляет, и Женя присоединяется тоже, ну и вся наша семья. Вот, с праздником вас. Дорогие Элина и Рашид, мы всегда думали, каким он будет этот день, когда еще Элина была маленькой. И этот день настал, и оно самое прекрасное, самое лучшее. Сегодня в ЗАГСе, когда мы увидели Лину, я даже всплакнула. Это была не та уже девочка, это была сегодня как белый лебедь, такая красивая, красивая. Будь всегда по жизни такой красивой. Для себя, для мужа, для нас. Ну как любая училка, я из конспекта прочитаю. Любите друг друга, как два голубка. Семьей оставайтесь прекрасной. Пусть жизнь ваша будет красива, легка, полна настоящего счастья. Пусть в доме царят теплота и уют, доверие, искренность, нежность. Избудется все, что сердца ваши ждут, любые мечты и надежда. Мы вас очень любим. Мы теперь вас даже очень уважаем, как взрослых-взрослых. Поэтому
берегите друг друга. Жизнь прожить не поле перейти. Пусть это ваше поле будет не тернистой, пусть побольше в этой зебре будет белых полос побольше. И огромный привет из полуострова Ямал. Поздравляем вас, наши хорошие, любимые. Ириночка, Рашид, мы вас очень любим. Я поздравляю от имени моей мамы, от имени твоей Абики, Элина, Абики Финзии. Ты у нее единственная, самая старшая, самая любимая. Она тоже, как сказать, тоже, она говорит, не представляю, конечно, Элину в роли невесты, в роли жены, но очень счастлива за тебя, очень рада и очень гордится. Ну, подарок вы уже это получили. Она поторопилась, вручила. А теперь папа от Абики Зулхии. Я сам скажу. Вот, я, Элиночка и Рашид, тебя поздравляю от имени вашей самой старой Абики, самой крутой и самой мудрой, которой сейчас 76 лет, у которой в наличии 11 внуков, из которых 11-я Элина, вот, у которой 12 правнуков на данный момент, и она ждет и надеется, что будут еще и еще, и именно от вас в том числе. Вот. Она желает вам огромного здоровья, вот, чтобы вы уважали родителей, уважали родственников, уважали друзей. Вот. И самое коронное ее пожелание для всех – «Калы юлга кырмагыз». Элиночка и Рашидик, я безумно счастлив, что ваши два пути стали одной дорогой. Любите друг друга, берегите друг друга. Вы у нас самые лучшие. Элиночка, вам еще велели большой привет передать из Красной Полянки. Это тетя Зина, дядя Мунир, дядя Рафик и тетя Роза. Подарки они вам уже вручили. Велели вам пожелать всего самого-самого доброго, чтобы дни ваши были счастливые. Всего здоровья вам крепкого, чтобы берегли друг дружку, уважали. В общем, всего самого хорошего велели передать вам. Горько! 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 Здесь, на этом столике, находится любимый коктейль наших новобрачных. Называется, сейчас скажу как. Они, когда путешествовали по миру, наверное, вам об этом еще не рассказывали, побывали в Пуэрто-Рико в маленьком кубинском пабе. И там попробовали этот коктейль, в состав которого входит шампанское, водочка, немного текилки, пиво для аромата, абсент, куантро, калуа, что еще на кресть? Все это входит. И когда они попробовали этот коктейль, то сразу же из Пуэрто-Рико очутились в Никарагуа. Вот так вот получилось. И у вас будет возможность попробовать эту вкусняшку. Для этого вам нужно будет отвечать на мои вопросы. Отвечаете правильно — пьете. Отвечаете неправильно — не пьете. Все чрезвычайно просто. И первый вопрос у нас мужчине. Рустам, не посрами мужской пол. Дважды два. Четыре. Это правильный ответ, он пьет, ваши аплодисменты. Дважды два, четыре. Все, молодец. Давайте поаплодируем мужику. Отлично. Следующий вопрос у нас для Ирины. Ирин, сколько PCI-слотов на материнской плате Asus P7F? Я не знаю. Кстати, поближе и говорите в микрофон. Это будет гораздо лучше. Итак, вот материнская плата компании Asus, модель P7F. Сколько у нее PCI-слотов? 25. Отвечайте. 7. 7. И это абсолютно неправильный ответ. Она не пьет, ваша адресмента Ирине. Ирина не пьет. Зато я трезвая, сказала Ирина. Ну что ж, хорошо. Итак, Рустам, следующий вопрос для вас. Как у вас с географией?
Посмотрим. Ну хорошо. Назовите, пожалуйста, тогда столицу Удмуртской республики. Москва. Москва? Москва, говорите, да? Ну, учитывая то обстоятельство, что в большинстве своем сейчас в администрации разных организаций москвичи, и заводы тоже под москвичами находятся. Это правильный ответ. Вы пьете! Ваш самый известный выстав, он пьет. Да-да-да, все так. Ну и как? Непонятно. Непонятно пока, друзья. Рустам тогда покажет нам свой фирменный танец на столе сегодня. Мы включим его любимую песню, ту, которая... Ну ладно, хорошо. Итак, Ирина, следующий вопрос из географии для вас. Как у вас с географией? Плохо. Да ладно, тогда ничего сложного задавать не буду. Парень с микрофоном добрый парень, на самом-то деле. Итак... Назовите, пожалуйста, столицу Антигуа и Барбуда. Ответ кроется в самом названии. Антигуа. Это, друзья, вот как ни странно... Это же что правильно? Да неправильный это ответ! Рина не пьет ваши аплодисменты! Уважаемые мужчины, давайте скажем правильный ответ... И все вместе на счет 3-4 назовем столицу Антигуа и Барбуда Сент-Джонс. Итак, столица Антигуа и Барбуда 3-4. Сент-Джонс! Смотрите, мы знаем. Вот ваши аплодисменты. Ирина, давайте поддержим, она молодец. Ну классная же, классная. А пьет тот, кто ответит правильно на следующий вопрос. Литература. Нужно продолжить стих. Ирина. О тебе вспоминаю я редко. И твоей не пленяюсь судьбой, но с души не стирается метка. Ты моя конфетка! Нет, неправильно. Друзья, я полагаю, Ирина знает ответы на все вопросы. Просто она, как женщина мудрая, решила не накидываться здесь, словно брутальный Рустамчик, а вот там вот спокойно за молодоженов за столиком выпить. Давайте поаплодируем нашим участникам, они молодцы! Значит, давайте, поднимите бокалы за молодых. Очень счастлив за вас, очень рад. Вы самый лучший, самая прекрасная пара. 14 февраля, День влюбленных, это ваш день теперь будет на всю жизнь, навсегда запомните его. Ну, просто счастья вам, любви, здоровья, много детей, племянников мне. Буду ждать очень. Поздравляю. Дорогие молодожены, извините, еще рано. Хочу поздравить также с этим великолепным днем. Будьте счастливы. Главное – взаимопонимание, и у вас все будет замечательно. Любви вам. Ура! Вы не поверите, но я выдала замуж свою племянницу, которая старше меня. Ну, так получилось. В общем, с детства, вот с такого возраста бывает, что родственники, ну, не так близко общаются, но мы с Илиной прошли этот путь, как говорится, вот с такого возраста, все вместе, рядышком. Я очень рада за тебя, Илина, за тебя, Рашид. Вы вообще молодцы, счастья, вы заслужили это. В общем, 14 февраля, я думаю, что... Для вас, как и для нас, тоже у нас сегодня 5 лет знакомства, дата тоже. Чтобы для вас тоже эта дата всегда оставалась значимой, единственной, что это вот день создания вашей семьи. В общем, всего-всего вам хорошего, любви. Люблю вас. Рашид, Илина, от всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем. Он запомнится вам на всю жизнь. Что я могу вам пожелать? Конечно же, огромного здоровья семье вашей. Также детишек, конечно, обрадовать и сделать маму с папой бабушками и дедушками. Вот,
так же, как говорил Тахиро бы, да, то, что если вы будете счастливы, то и они будут счастливы. Так что это... Он сказал правильные слова, да, то, что если вы будете счастливы, то родители будут счастливы. То есть это взаимность, и она всегда работает. Вот. У меня уж мурашки прям по коже. Это вот. Ну, от всей души искренне вас поздравляю, желаю вам, ну, конечно же, любви, самое главное, вот, и взаимопонимания. Всего вам хорошего. Дорогие Рашид и Элина, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю вам счастья, а это самое главное. Еще раз поздравляю. Дорогие Рашид и Элина, поздравляю вас. Вы очень прекрасно выглядите, будьте счастливы. Всего-всего вам самого лучшего. Вы счастливы, да будет так всегда. Сердечно поздравляю вас с любовью. Рашид и Линочка, мы поздравляем вас от имени вот дяди Рената, меня, Руслан там вдалеке тоже защищает наши рубежи и поздравляет, шлет вам поздравления. Вот, очень рада за вас. Вы очень-очень подходите друг к другу. И чтобы так шли по жизни, любили друг друга, так же через 50 лет нас пригласили на золотую свадьбу. Мы вас любим, будьте счастливы и любите друг друга. Все остальное вы преодолеете. Элина, Рашид, поздравляю вас. Много сказано было, присоединяюсь ко всему этому. Родителей радуйте. Счастья вам. Дорогие молодожены, я тоже желаю вам любви, любви, еще раз любви. В семье, где есть любовь, ничего плохого не будет. Элина и Рашид, от души вас поздравляем с этим знаменательным днем. Как бы желаем вам счастья. Вот. Дорогие молодожены, поздравляем вас с этим важным жизненным шагом, на который вы сознательно решились. Знайте, что жизнь – это череда счастливых и неудачных дней. И теперь от вас и от вашего терпения, участия, взаимопомощи и обоюдной поддержки зависит счастье, благополучие и долголетие вашей семьи. Берегите ее, берегите свои чувства, берегите пусть пасмурных дней. Будет как можно меньше. Пусть мелочи семейного быта и не омрачают счастье и любовь вашу. Вот, и еще, чтобы у ваших детей были богатые родители. Давай, сейчас скажи. Рашид Эшмишмаев! Рашид Эшмишмаев! Серьезно так позвала. Ну, не бежит, значит, не слышит. Хорошо. Итак, первый вопрос. В каком году вы познакомились? 13. Вы познакомились в 13 году. Хорошо, запомнили. Как часто вы видитесь? Каждый день. Какие молодцы. Сколько раз он делал ее предложение? Половинку. Что? Ну, как бы... Я думаю, он мог бы сделать это лучше. Поэтому что ж, половинку. Ага, я думаю, что он мог бы сделать это лучше, поэтому считаю, что половинка. Хороший ответ. Посмотрим, как он выкрутится. Итак, а сколько по времени длится ваш поцелуй? Приблизительно. Будем проверять. 13. Полминуты. Полминуты? Да. Точно? Да, много подходов по полминуты. Хорошо. Уважаемые дамы и господа, встречайте бурными аплодисментами Рашида! Он идет к нам. Вот он, мужчина. Давай пока вот сюда. Ни в коем случае не подсказывайте. Итак, Рашид, мы задавали Ирине вопросы, она давала нам ответы. И сейчас по ответам, которые она нам сказала, необходимо восстановить, какие вопросы мы ей задавали. Все очень просто. И первый ответ ее был в 13-м. Что у вас произошло в 13-м? Когда познакомились, в каком году? Это правильный ответ, ваша аплодисмент, друзья! Молодец. Хорошо. Следующий ответ. У вас это происходит каждый день. Что
у вас происходит каждый день. Мы просыпаемся, мы готовим, мы целуемся. Исчерпывающий ответ, друзья. Ваши аплодисменты! Хорошо. Внимание, все вопросы между собой взаимосвязаны. Поэтому следующий ответ... половинка. То есть мы-то ожидали, что будет, ну, нормально, когда у большинства пар, допустим, вот один раз. Есть пары, у которых два раза тут происходит. А у вас половинка. Но при этом Элина потом подумала и добавила. Она сказала, я просто знаю, что он может лучше, и поэтому половинка. Что у вас половинка? Не смотри на нее, у нее в глазах нет, нет ответа. Не знаю. Ну, представь, половинка, что может? Если... Я оставил с тобой у ночного огня. Не знаю. Сколько времени вы проводите вместе? Полдня на работе, а полдня вы вместе? Половинку дня. Половинку дня. Отлично, это ваш аплодисмент. Классный. Молодец. Действительно, молодец. Очень здорово. Но следующий ответ был краше. У вас это происходит полминутки. Но зато несколько подходов. Так сказала Элина. Несколько подходов по полминуты. Что у вас длится? Полминуты, несколько подходов. Поцелуй. Это абсолютно правильный ответ. Ваш аплодисмент, Владим. Давайте вместе скажем. Горько! Аплодисменты, молодые! Ну что ж, а сейчас, Рашид, позволь попросить тебя встать у вашего столика, потому как твое место займет еще один очень важный мужчина в жизни нашей очаровательной Элины. Встречайте бурными аплодисментами папу невесты! Ваши аплодисменты! Уважаемые дамы и господа, прямо сейчас вы станете свидетелями нежного и прекрасного. Танец отца с дочерью. Ты там без меня счастлив.
если поживу, доченька, и удачлива, доченька, за твою любовь, доченька, ты сегодня одна. Ваши бурные аплодисменты! Ну что ж, а сейчас под бурные аплодисменты гостей передайте ваше сокровище ее мужу. Ваши аплодисменты! Элина, а сейчас вам нужно показать самый нежный и прекрасный момент. Встречайте бурными аплодисментами. Первый танец молодых! Главное, доверяйте друг другу, будьте друг другу искренни, любите друг друга. Все у вас будет отлично, замечательно, будет у вас бесконечная любовь, самая настоящая. Желаю, чтобы у вас всегда была счастливая семья, было много детей, было много счастья, знакомых, друзей, чтобы все самые нужные люди всегда были рядом.
И мы с Дашей хотим подарить вам запас на черный день в виде черной икры. Вау. Рашид и Элина, поздравляем вас со свадьбой. Желаем вам счастья, здоровья и много-много детишек, чтобы вы любили друг друга, доверяли друг другу, уступали друг друга, всегда поддерживали друг друга. Совет вам да любовь. Горько! Рашид, ты знаешь, что я не многословил? Просто всего тебе наилучшего, ладно? Без обид. Мы тебя любим очень. Дорогие Рашид и Элина, желаем вам жить в любви и в мире, отдельно в собственной квартире, чтоб из нее звучал для всех и ваш, и звонкий детский смех. Живите долго, очень дружно, имейте в жизни все, что нужно, храня любви огонь святой, до самой свадьбы золотой. Будьте счастливы! Мы вас любим! Рашид, мы с тобой знакомы уже очень много лет. Я очень счастлив, что ты у меня есть такой хороший друг. Я желаю тебе, именно тебе, чтобы ты знал, что у тебя есть очень хорошие друзья, что мы всегда тебя поддержим. В любой сложной ситуации мы всегда готовы и можем тебе помочь. Я желаю вам счастья, удачи и всего хорошего. Чтобы в вашей жизни сложилось только лучше, чтобы в вашей жизни были только лучшие воспоминания, чтобы не было ничего плохого. И чтобы вы знали, что у вас есть хорошие друзья, которые вам всегда помогут и поддержат. Спасибо вам, что вы у нас есть. Сейчас мы с вами поиграем в такую небольшую игру, которая называется «Ситуация». Мы вместе, всем залом, придумаем какую-то конфликтную ситуацию из жизни наших молодоженов, и вам необходимо из этой ситуации выпутаться, используя буквы алфавита. Сейчас... Элина придет с корпоратива, но не через 3 дня, а просто в 5 часов утра. Итак... Элина приходит с корпоратива. Воу-воу-воу, там что-то шумное происходит. Вы будете у нас Рашидом. Нет, мы же все переворачиваем. Катерина будет Рашидом. Вы будете Элиной, которая пришла в 5 часов утра. За гитарой, наверное, без сомнений. И, естественно, начинает Рашид. Потому что его интересует, и где же эта милая была. Итак, вы начинаете на букву А. А где любимый, это так рано. Буква А. Вы уже не блондинка. А где же ты была, любимая? А где же ты была, любимая? Так, буква Б. Была? Сказал, была? Буква В. Вон пошла. Вон пошла. Буква Г. Куда в ночь? Гуляла. Куда, скажи, куда? Дорогой. Куда? На букву Г. Дорогой. Дорогой, не злись. Хорошо. Буква Д. День какой сегодня? Е. Естественно, я помню, какой сегодня день. Свадьба. Поэтому я и пришла. Рашид, Элина, вы такие классные. Вы сделали сегодня такой главный, наверное, один из самых главных шагов в своей жизни. Пусть все будет у вас здорово. Поздравляю. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. И я сейчас сидела и думала, что когда говорят о браке, очень часто говорят о терпении. Очень хотелось бы вам пожелать, чтобы вы не терпели друг друга, а чтобы вы друг друга любили и понимали. Потому что, мне кажется, терпение немножко это из другой области. И прощали. Да, и прощали. Понимали и прощали. Вот, я думаю, к этому всегда можно прийти. Любви вам и понимания.
всего вам самого хорошего, чтобы все пожелания, которые вам сегодня пожелали, их очень много, разных, чтобы они обязательно исполнились, чтобы вы были счастливы и прожили много счастливых, долгих лет вместе, чтобы вас радовали ваши детишки, и вы были окружены родными, близкими, друзьями и знали, что у вас всегда есть поддержка. Счастья вам! Я очень давно знаю жениха и невесту, примерно часа два. Поэтому сложно было что-то придумать. Поэтому я вам пожелаю все-таки жить весело. Понимание и все остальное у вас придет. Главное, чтобы у вас веселье не проходило. Тогда вам будет интересно с друг другом. Желаю счастья. Дорогая Леночка и Рашид, поздравляем вас в этот день любви, с днем вашей свадьбы. Желаем вам большой-большой любви, пронести ее через долгие-долгие годы. Мы знакомы с тобой, Алина, уже очень давно, буквально с пеленок. Поэтому, Илиночка, хочется пожелать тебе, зная тебя как очень хорошую, добрую, отзывчивую, вот, очень тебя любим. Хотелось бы, чтобы очень дорожу нашей дружбой, и хотелось бы, чтобы наша дружба, она продолжалась, не заканчивалась на этом. Вот, ждем вас всегда в гости. Ну, семейные наши традиции продолжить надо, на речку Казанку надо ездить, шашлычок там надо жарить. Вот, поздравляем вам, счастья, любви, удачи, всего-всего, чтобы все у вас было хорошо. Ну, я присоединяюсь ко всем сказанным словам. Любви, удачи, счастья вам, семейной жизни. Поздравляю, Горько! Иллюзионист Гамбит! Безумно рад присутствовать сегодня на этом празднике, но и какой же праздник без воздушных шариков, правильно? А у меня есть воздушный шарик. У меня тоже. Вот, вы знаете, я на самом деле в детстве очень любил лопать такие шарики. И вы знаете, если я найду что-нибудь остренькое, это у меня было, да. Друзья, нож, у меня есть нож. Посмотрите, что может получиться, шарик и нож. Шарик, да, ну давайте посмотрим. Раз, два, три. Это мне потом после выступления. Смотрите, я сейчас предлагаю выйти сюда мужчине с пиджачком. Да, есть такие у нас елы? Вы, да? Да, давайте поаплодируем. Вы там осмелел, посмотрите, молодец. Друзья, ваши аплодисменты бурные. Фокус будет сигареткой, но я попрошу, пока можно снять пиджачок? Да. Жарковато, наверное, да? Есть, да? Давайте пока положим сюда. Сейчас... Да, конечно. Сейчас фокус сигаретки. Подержите сигаретку. Вы вообще курите? Нет. Нет, не курите? Ну хорошо. Я думаю, все-таки придется поджечь сигаретку. Но если не курить, то просто поджечь, да? Все, да? Хорошо. Итак, теперь нам понадобится ваш пиджачок, да? Пиджачок должен быть? Прилично, да? Можно сигареточку? Я вообще хотел спросить, как у вас дела? У тебя нет. Так, куда вы смотрите? Можно у вас тут? Знаете, я не хотел так делать, но вы видели, наверное, да, с какой жестокостью это можно делать. Да, да, да. Попрошу подойти на сигареточку. Давайте подуем. Да? Да. Друзья, ну что ж, сигареточки у нас нету, да? Но я думаю, пока я нахожусь здесь, то, так сказать, ваш пиджачок будет в целости и сохранности, да? Я вам гарантирую, да? Друзья, давайте поаплодируем. Ваши аплодисменты. Итак, а сейчас мне
Он нужен еще один смелый помощник. Неважно, мужчина или женщина, но важно, чтобы он был в брючках, джинсах. Есть такие, давайте посмотрим. Вот у нас есть месье, который... Да-да-да, он прямо сейчас выйдет. Эй, Абзей! Абзей, так, сейчас, пожалуйста, вот так вот подвигайте. Волшебные движения, да. Нормально? Все отлично. Итак, сейчас будет фокус. Фокус будет с двумя платками. Два платка, да, я вам пройду, всем покажу. Два красненьких платочка, да, если всем не видно. Сейчас я вам вернусь. Я знаю. Итак, покажу два платочка. И теперь я попрошу вас завязать их на узел. Да, давайте, вот прямо здесь, на кончиках, да. От души вижу. Магия на кончиках пальцев. Морской. Да. Айдуш, бежи 10 все. Сразу. Отлично. Еще... А к нам боком повернитесь. Сразу не обманешь. Чё, фокус не удался. Уже много, да? Теперь у меня будет очень необычная просьба. Мне вот этим узлом нужно будет положить к вам джинсы. Вы не против? Я против. Ну, деваться некуда, назвался груздем, полезай в кузов. Так, немножко поднимите руку. А свои брюки слабо! Нет, давайте выложим вот сюда, да. Не хочешь, не хочешь, ничего страшного. Боюсь вообще. Все, теперь стоим вот так вот. Теперь фокус будет с еще одним платочком. Он у меня тоже красненький, но только он в размер, да, поменьше. Сейчас, конечно, чтобы там было видно всем. Итак, красненький платочек маленький, я беру, кладу к себе куда? Да, в левый кулак, правильно? Волшебное движение, раз, два, три. Он исчезает, да? А вы удивитесь, если он сейчас окажется на этом узле. Ладно, итак, вы готовы? Сейчас тут немножко нужно поколдовать. Можно музыку, буквально несколько секунд. Ну, а мы делаем волшебное движение, а нам аплодируют, конечно. Давайте, если аплодисменты. Что, вы готовы? Итак, в руках у меня ничего нет, да, я показываю руки, заказал, закатал даже рукавать, так, сейчас можно? Да? Вы готовы? Раз, два, три. Из... не ваши? Чего я себе в сувениры ставлю, ладно? Друзья, ваши аплодисменты! А в итоге где маленький красненький-то платочек? Ну, он трансформировался вот в эту прекрасную вещь. Скажем так. И сейчас я предлагаю выйти сюда невесте. Да, если, конечно, никто не против. Друзья, давайте бурными аплодисментами поприветствуем Элину! Okay, let me tell you amigos my story. It don't begin so early in the morning. Perdí casamina, quemé la cocina. I love my girlfriend L.A. Y ahí no termina. Друзья, где же ваши аплодисменты? Смотри, Рашид, а жена-то у тебя волшебница? Друзья, давайте поаплодируем. Аплодисменты громче. Ну нет. Для последнего тюрка я предлагаю выйти очаровательной девушке, у которой очень хорошее воображение. А есть такие? Нам нужна девушка с очень хорошим воображением. Не переживайте, с вас он ничего снимать не будет. Давайте, друзья, бабушек, возьмите этот шарик, покажите его всем, покажите его туда. Да, вот давайте пройдемся. Прям, да-да-да, пройдемся. Так, и возвращайтесь ко мне в центр. Нашей сцены. Итак, сейчас я беру этот шарик и на ваших глазах делаю раз, два, три. То есть делаю два шарика, да, очень просто. Два шарика, а как вы думаете, чем они отличаются друг от друга? Друзья, может кто-то знает? Один был в руке, другой, да.
Еще какие варианты? Друг в друге были. Друг в друге? Да. На самом деле у нас вот этот вот мальчик, а вот эта девочка. Все очень просто. Сейчас все докажу. Так, можно ваши ладошки вот так вот? Итак, мальчик и девочка. Кто вам нравится больше, мальчик или девочка? Девочка. Только честно. Честно. Девочка, да? Да. Еще девочка. Хорошо. Итак, тогда кто я беру... Кто из них мальчик? На самом деле у нас вот мальчик, вот девочка. То есть девочка, да? Хорошо. Итак, я беру тогда мальчика, да? Нормально? Итак, я беру мальчика и убираю к себе в левую руку. Этот шарик у вас будет вот в этой руке. Закрывайте руку, держите крепко, ручку вверх. И теперь немножко волшебных движений. Вот начинаем ручкой трясти. Трясем. Теперь держим крепко, держите крепко. Раз, два, три. Смотри внимательно. У меня шарик исчезает. Откройте, пожалуйста, свою руку. А вот девочки пошел. Давайте попробуем еще разок. Итак, еще раз. Соображение хорошее? Хорошо, да? Попробуем еще разок. Итак, ладошки выставляем. Итак, мальчик и девочка будут у вас теперь в обеих руках. Закрываем, держим крепко. Второй накрываем. Ручкой вверх. Повторяем за мной волшебные движения. Музыку, пожалуйста. Поехали. Давай. Шейк, шейк, шейк. Теперь давайте я задам вам один вопрос. Скажем так, давайте представим, мальчик и девочка находятся в одной темной комнате, да? Чем они там занимаются? Читают книжки! Читают книжки? Так, еще варианты. Целуются? Ну ладно, давайте посмотрим. Открывайте, показывайте всем. Да, примерно вот чем они занимались, да? Давайте, друзья, поаплодируем. И сейчас очень-очень сложный трюк. Я его специально для вас подготовил. Есть, скажем так, ловкие руки, это называется манипуляцией. Но также есть психологические манипуляции сознанием человека. Сейчас я продемонстрирую вам как раз-таки этот феномен, это чудо. У меня здесь находится мое предсказание. Давайте вот, можно вот вас попросить. Вот скажите, пожалуйста, вы знаете, что здесь написано? Как вы думаете? За знак вопроса? Да, на той стороне. Как вы думаете, знаете? Горько. Да. Да? Знаете, и что там? Там написано... Живите долго и счастливо. Да? Здорово, давайте поаплодируем. Знаете, что там написано? Коротко. Коротко, да. Хорошо. Давайте еще попробуем. Так, кто готов? Число какое-то. Число? Я вам покажу, ладно? Давай. Как вы думаете, знаете, что там написано? Нет? Точно? Друзья, это действительно слово «нет». Давайте поаплодируем. Ладно. Это была шутка. Это была шутка. Сейчас можно вот вас попросить? Нет. Нет, сидите. Я просто задам вопрос. Как вот... Давайте... Легкий? Хорошо. Тогда представьте какое-нибудь животное, которое ассоциируется с Новым годом. Представили? Да. Поговорите, это животное? Медведь. Медведь? Точно медведь? Да? Именно медведь. Ну, короче, медведь, да? Именно медведь здесь и написан. Ну, просто по-китайски, друзья. Это серьезно, да. Ладно, все. Пошутили, не хватит. Пошутили, не хватит. Сейчас очень-очень сложный трюк. Можно вот вас попросить. Да не бойтесь, ничего сложного. Я попрошу вас загадать одно число от 1 до 1000. Загадали? Не говорите его. Сейчас я его прочитаю. Представляйте перед собой. Это число 3. Нет? Не 3? Точно? Смотрите-ка, снова получилось. Да, это снова число не 3. Да? Так, ладно, все. Все, последний эксперимент. Можно вот вас попросить. Я попрошу вас загадать любую известную личность, которая приходит вам на ум. Загадали? Так, загадали, да? Точно загадали. Итак, называйте. Медведя? Да. Точно медведя?
именно таким медведем был, когда был маленький, друзья. Да. Но, кстати говоря, если бы, к примеру, сказали Барак Обама, я к этому тоже был готов. Я не был. Вот. Ну да, Барак Обама, да. Точно Барак Обама, прям один в один. Ну что ж, друзья, большое спасибо. Давайте поблагодарим бурными аплодисментами Гамби. В любом случае, он к нам еще вернется немножечко с вами поиграть. Слушай, а можно еще маленький момент? Что это вот такое? Вот это? Да. Это очень интересная трость. Показать вам? Давайте покажу. Попробуем сделать с ней кое-что интересное. Итак, раз, два, три. Ну вот примерно вот. Такая вот. Слушай, а ты можешь воду в вино превращать? Вино? Ну. Нет, к сожалению, нет. Да. Ну просто из шарика вкусняху достает, всякое бывает. Ваши аплодисменты, Гамби! Это самый главный праздник для вашей семьи, который дает ей начало, официальное начало, и с этого момента вы муж и жена, с этого дня. Пожелаю, чтобы никаких сомнений в вашем выборе не возникало в течение всей вашей жизни, чтобы любовь, которая привела вас к этому выбору, также грела вас, как и сейчас, в течение всей жизни. Вот. А теперь песня. Нет? Теперь не песня еще потом. Еще живите спокойно. Дорогие Элина и Рашид, поздравляем вас с днем свадьбы. Очень любим вас и хотим вам пожелать. Один мудрый человек сказал: «Ищущих в жизни много, нашедших трудно найти. Бесспорно, что вы самые счастливые, избранные, так как нашли друг друга. Пусть семейный очаг всегда горит ярким, негасимым пламенем и освещает вашу жизнь теплом счастья, любви и верности». Поздравляем вас, очень вас любим и поддерживаем. Дорогие молодожены! Мы поздравляем вас с этим чудесным днем, и мы бы очень хотели, чтобы он вам очень запомнился, чтобы вы всю жизнь вспоминали, как сегодня было классно и весело, как вы соединили свои сердца и стали единой семьей, любящие друг друга люди. И мы подготовили вам такой подарок, что ли, вот, чтобы вы всегда были веселые и позитивные, как на этом подарке, вот, радовали всех своих близких, родных, улыбались всегда, шутили, были в хорошем настроении. Вот, и мы вам презентуем, ну, такой мини-подарок. С нанесением. И еще мы бы хотели, чтобы у вас под кроватью мешками просто лежали деньги, под подушкой везде-везде было просто навалено, чтобы вы на этом спали, на этом ели, купались. И мы приготовили вам тоже мешок с баблом. Сейчас я вам его покажу. А, и чтобы у вас, мы вам приготовили такой, ну, небольшой, а у вас, чтобы были всегда такие огромные. Вот ваш мешок. Ну, просто на самом деле скромная. Любви вам и счастья, конечно, чтобы вы всегда были самой лучшей парой, и чтобы вы, дети, вас радовали, и всего самого-самого хорошего. И мы приготовили вам творческий подарок, который называется «Песня». Thank you.
Много разных людей на планете Земля. И казалось, как друг друга найти, потому что всегда он искал лишь тебя. Ла-ла-ла-ла. С кем он всю жизнь захочет пройти? Ты была словно сон, словно нежный цветок. Семью, теперь ваша задача – сохранить. Мы желаем вам, чтобы вы всю свою жизнь любили друг друга так, как вы любите сегодня. Чтобы вы испытывали такие чувства, которые вы испытываете сегодня. И чтобы через много-много лет мы стояли здесь с вами так же, а вы сидели вот там, и мы с вами отмечали вашу золотую свадьбу. Поздравляем вас! По древней финской традиции «Йобойс!» «Йобойс!» Надо себе чокнуть и выпить. Это значит, должна быть два. Должна быть два. И еще у нас для вас небольшой сюрприз. Мы просим вас выйти в центр зала, наши молодые. Мы знаем, что есть такая одна песня, которая, от которой Рашид просто в восторге. Мы знаем её! И мы просто хотим, чтобы сейчас эти слова ты сказал этой песне своей возлюбленной. Музыку в студию! И сейчас у нас белый танец! Душа, как птица в облаках, когда со мной рядом ты. Кавалер, приглашайте дам, дамы, приглашайте наших скромняшек, давайте присоединимся к сердцу очаровательной пары Эрин и Рашид. И в этом мире мы одни с тобой. Наших волосах. Поддержим рассвет, как девушки, как и вы!
Итак, ну что же, у нас есть бойцы, у нас есть ринг, у нас есть все, что нужно, но... Нет, 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 не хватает того, чтобы бойцы вот прямо сейчас появились на этой сцене так, словно... Они настоящие мачо. Это те люди, которые порвут друг другу глотки для того, чтобы выяснить, кто из них прав. Для этого, ребят, вам нужно будет сейчас пока отойти вот туда вот. Я вас вызову, и как только вы услышите свое имя, сразу же появитесь. Гаша Буринга. Отстаивая интересы девочки, находится девятикратный чемпион всея Ягодинского тракта Руслан Тайсон! Его оппонент. Боец, находящийся в синем углу ринга и готовый поймать своего соперника, картузи грелку, Евгений Тюн! Ринг, вы готовы? Зрители, вы готовы? Да! Да, без сомнений. Но вот чего-то не хватает нашим бойцам. Это капа. Ну, обязательно им нужна капа, потому что в противном случае прямо сейчас полетят зубы в стаканы. Это будет неприятно, мне кажется. И поэтому нашим... Зубы в стаканы хотите? А, отлично. Нам понадобится вот такой вот реквизит. Это две очаровательные, жевательные, самые мятные и самые ужасные по мятности резиночки, которые вам нужно прямо сейчас распаковать, не снимая своих перчаток. Ни в коем случае нельзя жевать вместе с упаковкой. Вам нужно разжевать ее и потом сделать капу, которая будет закрывать верхнюю челюсть. Кто это сделает быстрее, тот и победил. Ну, да, и кстати, маленький момент. Без сомнений, это... Подождите, подождите, подождите. Это на скорость 101-й тут победил. Раз, два, три, поехали! Помогай, давай, подойди, Филипп, он тебе поможет. Руслан, Женя, кто там? Руслан Тайсон и Евгений Тюн. Намусорил Женя, очень аккуратно. Ну давай, 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 у кого быстрее получится капа? Кто из бойцов будет быстрее? Отлично. Давайте, давайте, болеем за бойцов. Покажи свою капу, покажи ее. Покажи. Еще жуем, нет, вам нужно ее показать вот так вот. Чтобы все видели, что у вас все готово. Не надо прятаться в убой. Вот так. Ты просто зажал между зубами, не готовы, еще жуй-жуй-жуй. Нет, еще жуй, не проживал. Вот так, 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 стоп, подожди, чего я сживал, нужно было всем показать. Делай еще. Нет, Женя, нет. И побеждает Руслан Тайсон! Ваши аплодисменты! Ну что ж, замечательно! Благодаря вот этим мощным челюстям у наших новобрачных, судя по этому конкурсу, будет... Девочка, ваши аплодисменты! Внимание! Раз! Подожди, 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 подожди. Ну что ж.
аккуратненько там оборудование, поэтому... Да, давай, не смотри на них, нечестно. Давай бреющим таким полетом. Вы что, готовы, Лен? Девчонки, готовы? Раз, два, три! Ваши аплодисменты! Рашид просит бутоньерку с жениха, не нужно их призывать поближе. Отвернись. А парни, перемешайтесь. Так, перемешались. И сейчас Рашид просит бутоньерку с жениха на счет три. Мужики, считаем все вместе до трех. Прямо сейчас в этом зале должен появиться сладкий, медовый. Чак-чак, ваши аплодисменты! И позовем сюда, на эту сцену, нашу очаровательную пару. Встречайте, Алина и Наши! Ну что ж, дамы и господа, вот и наступил он. Заключительный момент для сегодняшнего дня, но момент, который является лишь началом вашей семейной жизни. Встречайте бурными аплодисментами самого сладкого гостя. Свадебный тур! Сегодня день всех влюбленных. И самое главное, то что это день Элины и Рашида. Давайте им еще раз поаплодируем! А сейчас вам нужно разрезать свой свадебный торт и первые кусочки отдать родителям. Для этого, Рашид, возьми в правую руку нож. А Элина, обхвати его руку для того, чтобы направлять его по жизни. Сейчас вы разрежете ваш торт и первые кусочки отдадите родителям. Thank you.
дети, вручите эти кусочки вашим родителям. Элина вручает родителям. Рашида, Рашид, родителям Элины. Хотя нет, теперь они ваши, общие. Давайте, ваши аплодисменты! Друзья, а сейчас давайте бурными аплодисментами попросим наших новобрачных вернуться вот сюда, вот за этот стол. На самом деле, я долго очень думала над этой речью. Мне очень много есть что сказать. Я так счастлива сегодня. И слов поэтому очень много. Но я остановлюсь на трех вещах. Первая вещь – это то, что я очень счастлива, что мне достался такой мужчина, как Рашид. Самый красивый, самый нежный, самый внимательный. Самый предприимчивый. Я знаю, что я за его плечами, как за каменной стеной, мне очень спокойно рядом с ним. Он всегда решает все вопросы, и я просто расслабляюсь. Это, по-моему, вот для женщины очень хорошо. Второе, я хочу сказать спасибо всем гостям, которые приехали сегодня, кто-то издалека, кто-то не очень, кто-то отпрашивался с работы и так далее. То есть для нас очень важно то, что вы сегодня приехали к нам. И я хочу сказать, что возле нашего семейного очага всегда найдется место для каждого из вас. В любое время дня и ночи приходите к нам в гости, обогреем, накормим и развлечем. И третье, это я хочу сказать спасибо родителям. На самом деле, если бы не они, ничего бы этого не было, и нас бы тут, наверное, не стояло. Вот, большое спасибо за вашу поддержку, за вашу помощь, за вашу любовь, за то, что вы столько в нас вложили. И вот сейчас мы имеем возможность быть счастливыми, создавать свою семью. И это ваша заслуга. Спасибо всем большое. Завтра мы вас ждем всех в гости к нам на Удмуртскую 247. Б. Я квартиры не скажу. Так, похоже, твоя очередь, похоже, на стала. А квартира-то это? 27. Ну, честно говоря, после такой подготовленной речи я даже не знаю, что добавить. Как-то давно я говорил это уже, но тут новые люди, поэтому я могу сказать это еще раз. В общем, честно говоря, я верю в то, что человек, вообще личность, когда человек рождается, он как пластилин. И каждый человек, который встречается в его жизни, он, каждый друг, каждый знакомый, он делает из человека... Делает человека тем, кем он является. Каждый друг, знакомый, любовь, все это влияет на человека, все это меняет. И главным, наверное, человеком, который повлиял на нас, главными людьми, это все-таки наши родители. Вот, я поэтому присоединяюсь к словам Элины, очень благодарю родителей своих, Галину, Рамиля, и благодарю родителей Элины, Тахирзяна, Лилию за то, что мы стоим здесь, за то, что мы вообще существуем. Также я хочу поблагодарить тех людей, которые окружали нас все это время, в течение всей нашей жизни, наших друзей, наших близких, всех тех, кто здесь присутствует. Спасибо. И также присоединяюсь я к словам Элины. Мы вас ждем. Приходите в гости обязательно. Особенно завтра. 247Б, Удмуртская, квартира 27. Мы вас ждем. Thank you.
чтобы каждый ушел с нашей свадьбы с ощущением того, что, не знаю, что есть на свете любовь, что есть на свете вот именно вот какое-то, ну, такое счастье семейное, вот чтобы это все они почувствовали, чтобы... Да, мы счастливы.